рукав. Перебил соперника. Ну, наконец, ЦСКА перехватил шайбу, ну, буквально на одно мгновение. Наконец, потому что вроде бы ЦСКА контролирует шайбу со своими воротами. Потом отдает. И вот потеря, бросок. Моменты стали возникать. Ну, вот здесь вы, конечно. Ну, что делал перед своими воротами? Лайпциг. Да еще и рикошет был. Да, но тут штанга. Штанга еще.